Здравствуйте, дорогие друзья. На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Хотим назвать ребенка в честь моего деда. Он был хорошим человеком, но сильно болел и умер довольно рано. Не повторит ли наш сын судьбу деда, если будет его имя носить? Отвечаем. Сразу ответить или потомить вас немножко? Давайте потомлю размышлениями на этот счет. Судьба есть или ее нет? Судьба. Суд Божий. Да? Суд Божий над человеком. Совершаемый здесь и сейчас. В повседневности, в начале и в конце его жизни. Ну разве наш Бог не даровал нам свободу? Разве наш Бог не создал нас по образу своему? Разве не должны мы развить заложенный в нас потенциал и достичь подобия Божьего, по словам преподобного Иоанна Дамаскина? Должны. Разве Бог предопределил нас к погибели или к спасению, то, что он предвидит, то, что с нами случится, это не значит, что он предопределил это. Он находится вне времени, вне пространства, вне системы земных координат. Для него будущее как прошлое. Но даже больше, чем прошлое, больше, чем будущее, потому что это совсем иной модус бытия. Нет никакой судьбы, друзья мои. Христиане не фаталисты. Нет рока никакого. Ничто тебе не предначертано на небесах. Не то, где ты будешь учиться, не то, где ты должен был родиться. Нет. Не предназначена тебе какая-то особая вторая половинка, которую ты должен искать всю жизнь. четырежды женившись, все никак не найдя. Вот я ищу свою. Это была, значит, не моя. Стоит только вот кому-то поперек тебе слово сказать. Ой, знаешь, ты не моя половинка. И все, ищу себе другую. Вот нет, никто тебе не предуготован. Господь просто благословляет твой выбор. Может быть, слегка огорчаюсь этому выбору но всегда имея возможность направить твои ошибки к благим последствиям. В этом суть промысла Божьего о нас. Не попускает Господь свершиться ничему тому, из чего нельзя было бы извлечь положительный духовный урок, что не могло было бы не отразиться положительно на загробной участи этой души может быть, счастливы в этой земной жизни, а может быть, глубоко несчастны, неисповедимы. Пути Господни, но жизнь свою мы определяем самостоятельно. Посеешь мысль, пожнешь слово, посеешь слово, пожнешь дело, посеешь дело, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, ну, скажем так, пожнешь судьбу. Но не как то, что тебе предуготовано, детерминировано, а то, что стало неизбежным следствием твоих добрых поступков и твоих грехов. Поэтому назовете вы своего сына, внука в честь бабушки, дедушки, про дедушки, про бабушки, Адама и Евы. Не повторит ваш ребенок судьбу этого человека. Судьба не передается воздушно-капельным путем. Не передается по наследству. Не повторяется ни один отпечаток глаза, сколько бы миллиардов людей не было в мире. Ни один отпечаток пальца не повторяется. Ни один характер, ни одна личность. А что уж говорить там про судьбу? Ну, ну просто как-то наивно совершенно. Поэтому не бойтесь. Называйте ребенка в честь дедушки, в честь родителей. Но, вы же придете его крестить. А в русской традиции есть такой интересный момент. Мы называем детей не просто... В честь кого называем? Бабушки, дедушки или в честь того, что проз... имя тебе понравилось, которое популярно в мультике каком-то или фильме посмотрел. Мы говорим, называем в честь святых, которые... которому ты будешь тебе заменит. Ксению хочешь назвать? Вот Ксения Блаженна будет твоей небесной покровительницей. Матроной? Вот, Матрона Московская будет покровительницей твоей. Владиславом? Вот Владислав Сербский, твой небесный покровитель. Лазарь, ну выбирай там, или Лазарь Четверодневный, ну, или Лазарь Сербский. Да. У с, с Владимирами, да, может, в честь князя Владимира назвать, или в честь, допустим, митрополита Владимира, первого митрополита Киевского и первого мученика, нового за Христа в граде Киеве. Называем Честь Святых. А если ты называешь ребенка тем именем, который, может быть, твой дедушка носил, но нету в святцах, тебе скажут, ну, надо, знаете, крестить каким-нибудь другим, созвучным. Ты Диана, ну, будешь домной, да. или кем хочешь, Зеленой, да. кем хочешь, тем и назовись. Вот, выбери себе небесную покровительницу. А никого не знаешь? Ну, значит, та святая или тот святой, чье имя и за твоему, и чья память празднуется первым после твоего дня рождения, то ты будет им небесным покровителем. Записывают свидетельство о крещении, и все. Никаких бабушек, никаких дедушек. Были бы они долгожителями или почили бы рано. Все зависит от другого, о твоей жизни. Знаете заповедь? О почитании родителей. Единственная заповедь Ветхого Завета, которая тебе кое-что обещает. А обещает она тебе долголетие. Чти родителей, долголетен будешь. Правильно питайся, занимайся спортом. Не греши. Твори добродетель. Стань социально полезным человеком. И долголетним будешь на земле. Вот. А все эти глупости на самом деле, все эти суеверия на вашу жизнь, на, ваших, на жизнь ваших детей никоим образом не влияют. Какими бы совпадениями вас не пугали ваши бабушки, дедушки, соседки и просто знакомые. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись. Этим видео.